Друзья, всем привет! Только-только я приехал с рыбалки, не обращайте внимания на мой внешний вид, лицо красное, не суть. Решил записать короткий видосик. Сегодня рыбачили мы на Староскольском водохранилище. Короче, с товарищем нашли мы лодку. Лодка, сразу скажу, не дешевая. Видать, она уже стоит, ну, прилично там стоит. Уже на лодке пиявки появились. С мотором, с комплектующими, не знаю, что там случилось с человеком. Все ходили, ходили, смотрели, смотрели, как ее еще не сперли, я не знаю даже. Так что решил этот видос залить на YouTube, так как у меня тоже подписчики есть и со Старого Оскола, с моего с города, и из Белгородской области. Ну, мало ли кто знает. Конечно, нехорошие люди забрали себе, но мы воспитаны по-другому. Так что пишите в комментариях, что за лодка, что было внутри, так далее и тому подобное. Настоящему владельцу я ее верну. Халявщики идут мимо. Всем пока-пока.